Выпускной бал «Алые паруса» учащихся школ и гимназий Ленинского района прошел в городе Бресте. Более 1500 выпускников приняли участие в торжественной церемонии, поздравления официальных лиц, награждение медалистов и активистов, праздничный концерт. Благодаря такой насыщенной программе нынешние выпускники непременно запомнят этот день на всю жизнь. Желаю вам всем достигнуть тех вершин и тех целей, и тех стремлений, к которым вы стремились и шли все 11 лет. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в этом самостоятельном пути. Дерзайте, идите к своей цели. Никогда не останавливайтесь, что бы ни стояло на вашем пути. С праздником вас! Педагоги и администрация школ, которые долгих 11 лет помогали своим воспитанникам постигать азы науки, учили их дружить и общаться, направляли и подсказывали, растили настоящих, честных и добрых людей. В этот день желали им оставаться такими всегда и с достоинством перейти на свой новый жизненный этап. Самое главное – оставаться всегда людьми, идти по жизни смело, честно. И, конечно же, не забывать школу. Сами выпускники, несмотря на праздничность мероприятия, очень ответственно относятся к окончанию школы, поэтому их пожелания очень конкретны и обоснованы, ведь совсем скоро многих ждут первые испытания в виде централизованного тестирования. Я хотел бы пожелать своим одноклассникам, чтобы у них в будущем было все классно, чтобы они поступили, добились всего, чего хотят, чтобы они оставались всегда с нами, чтобы мы не теряли связь. Всего самого наилучшего и будущие планы, чтобы все осуществили, чтобы поступили туда, куда хотят, и хорошо провести этот день замечательный. Я хотела бы, естественно, пожелать счастья, стать хорошим человеком, добиться своей цели в жизни, поступить, естественно. Это сейчас для нас очень важно. Я думаю, сейчас у моих всех одноклассников самый важный период в жизни, потому что сейчас решается, кем они будут в жизни, и я думаю, они все это сами понимают, и удачи, конечно же, на ЦТ хотелось бы пожелать. Волнителен этот праздник не только для самих выпускников. Родители переживают, возможно, даже больше, ведь именно на окончание школы – знак того, что их маленькие мальчики и девочки выросли и теперь отправятся в самостоятельное плавание по жизни. Поэтому желают своим так быстро повзрослевшим детям сил, успехов во всех начинаниях и попутного ветра по жизни. Пусть годы бегут за годами, о том, что прошло, не грусти, а тем, кто когда-то обидел, обиды всем сердцем прости. Не тратьте вы нервы напрасно, здоровья не губишь нигде. Пусть жизнь ваша будет прекрасна. Мы счастья желаем вам всем. Анастасия Трухнова, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.